Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Wonder Blade. Ну, как вы помните, мы с вами остановились вот здесь вот в пристани. Я так понимаю, мы сейчас, вау, отправимся на корабле, судя по всему. Ну что же, поехали, ребят, стартуем, конечно же. Так, переносимся на клавиатуру. Так, мышку убираем, и все. Вау, да, ребята, у меня новый шлем. Так, принцессу, значит, на корабль потащили. Ну что же, не отдадим, да, как говорится, ее злодея. Где отсюда? Ты типа пираты, да, какие-то у нас тут. Тихо, отвали. Фига у них там, смотрите, ребята. Меч называется, да, в виде, как тебе сказать-то, шпажки такой. Ну, шашлычок, короче, он решил просто тут сделать мне. Давай, давай его нокаутируем. Нормуль. Так, ну что, пока, ребят, все хорошо, все отличненько. Никаких сложностей я не вижу. Пираты у нас тут с мечами в виде рыбы даже у них есть. Так, все, блок ему не помог. Иди сюда, олух, иди сюда, я тебе сказал. Так, шикарно, давай-ка вот этого бомбанем, наверное, да? Вау, раскромсуха. Отлично, просто разорвали на кусочки. Так, ну давай последнего, наверное, прибьем. Все? Да, все, ребята, нам говорят, иди, Рэй, дальше. Так, а это что такое у нас? Странно, я думал, что можно будет разбить, но нет, ничего подобного, отвалите. А, у меня же, ребят, что-то я забыл, что у меня энергия-то есть, ё-моё. Что у меня есть магические удары, я тут все на физуху, да на физуху. Кстати, я не помню, честно говоря, что этот шлем нам делает. А, восстанавливает, по-моему, немножечко здоровье, да, если не ошибаюсь я. Но я что-то, честно говоря, этого пока не замечаю. Так, забомбашили. Иди отсюда. Да, их лучше, наверное, скорее всего, магией бомбить. Потому что магия... О! Так, отвалите, ребятули. У меня уже и так мало здоровья из-за вас. Так, давай-ка. Черт, а ты смотри, что делает. Так, ну что, здесь раскромсали. Яблочко съедим. Монетки все эти соберем. Так, отойдем отсюда. И будем их бомбить магией. Самый классный способ, это именно бомбить по ним магией. Вот таким вот образом. Так, ну-ка дай-ка я вот этого нокаутирую по-быренькому. Отлично. Да выеживался. Так, давай-ка вот этого теперь подобьем. Вставай, олух. Не получилось, к сожалению, у меня его добить. Все. А нет, нет, ребята, еще жив. А вот теперь хана. Так, забираем монеты. Слушай, ну денег у нас мало, на самом деле. Так же, как и аптечек. У меня всего 3 аптечки. Опа-на. Так, ребята, я должен залезть в этого робота, судя по всему. Ну и, понятное дело, воевать. А ну-ка. Вау. Вау. А ну-ка, идите отсюда, мелюзга. Слушай, а мне нравится этот робот. Мощнявый. Так. И причем, главное, так подходит мне вот этот шлем, который на мне в данный момент одет под этого робота, да? О! До хрустящей корочки, ребят, прожариваем этих олухов. Что ты там орешь? Так, тихо. Они меня могут же, наверное, отсюда выбить, я так думаю, да? Так, куда вы прете? Мне бы, конечно, на самом деле... Во, я вижу, ребята, яблочко. Мне нужно подкрепиться. Потому что здоровья у меня не так уж и много. А аптечек, как вы сами понимаете, у меня мало. Давай, давай, попробуем. Так, лазером. Ну куда ты распрыгался тут, олух, а? Попрыгунька, стрекоза, да? Так, яблочко, ребята, вижу. Сейчас надо будет его, наверное, схрумкать. Так, они меня со всех сторон обложили, да? Яблоко съел. Но оно здоровье мне не так уж, конечно, много восстановило. Вон, я грушу вижу. Все это, конечно, не то. Не то, что нужно на самом деле. Так, вали, вали отсюда. Ты посмотри, что делать, а? С прыжка, ребят. О, яблоко. Они в прыжке меня бомбят. Вот в чем проблема-то вся. Давай еще разок залп. Воу, мороженое нам выпало, я видел. Сейчас я попробую его съесть. Нет, все равно, ребят, недостаточно. Как-то вот... Нужно больше здоровья, блин. Так, что это я тут получил? Какую-то анчивку. Открыл, да? Новую. Так, давай поджарим этих упырей. Бриллианты все это поднимаем в обязательном порядке. Так, что ты... Бегаешь тут радостный. Нет, еще не добили. Я надеюсь, что... О, ребят, смотрите-ка. Новый вид оружия. Дает 15
ХП. Не нужно мне оно. На самом деле, мы как-нибудь без него обойдемся. Так, ну что, яблоко. Вон, там торт вижу. Дай торт кусок возьму. Так, я съел. Деньги все эти собираем. Рубины, монетки. 219 монет у меня в данный момент. Этого мало. Я не могу понять, откуда у меня 99 уровень, ребят. С какого вдруг перепуга-то? Так, и что это у нас такое? Пушка, что ли? Так, ну. И... Понятно. Мы, короче, с вами катапультировались, ну, типа того. Я так понимаю, на этот корабль, да, который отчалил. Сейчас просто пронзим чувачка, наверное, да? А нет? Нет. Что ты там загрустил, малыш? Сейчас тебя немножко побомблю. Так, отлично. Укакушили. Что у нас тут штормит на корабле, да, по-моему? Ну где вы там, пираты, выходите? Я жду вас с превеликим удовольствием. Так, только не этот. Ядрить его на корень, ребят. Опять этот громозека. Блин, его тут не хватало мне, а. Отвали от меня. Не подходи. Психует, психует, ребята. Оу. Я так могу и отдуплиться на самом деле. Потому что не так уж и много здоровья у меня. Так, отлично, здесь хорошо получилось. Что он там орет? Ну, якобы я его немножечко сбил с ног, да? Так, уходим, ребята, отсюда. Уходим подальше. Бомбим. Черт, он меня поймал! Ребят, еще одна такая выходка, и мне каюк будет. Да чтоб тебе, отвяжись ты от меня, а! Давай попробуем добить его. Есть! Я его ушатал. Дайте мне конфетки, карамельки, все, что тут можно взять. Ага, тут еще один такой же громозека пришел. Ну что ж, придется теперь и с ним еще разбираться. Хочем мы этого или не хотим. Так, отходим. Отходим, ребята. Не подставляемся лишний раз. Замечательно. Так, увиливаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Я его, ребят, должен здесь подбомбить. Одолеть по-любасику можно. Уворачиваемся. Хобана. Так, давай, 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 энергия. Шикарно. Подкрепили себе здоровицы. И теперь бомбим просто-напросто их. Так, подожди-ка, еще как пришли. Еще три чувачка здесь, да? Давай-ка вот так попробуем нокаутировать. Но это опасно, на самом деле, ребята, в ближнем бою с ними бомбить, потому что, ну, сами видите, что они тут вытворяют. И прыгают, и атакуют. Лучше все-таки перестраховаться и магией их бомбить. Ну, или вот так вот. Четвертовать. Так, карамелька. Тортик. Вот это я понимаю. Понимаете, дело в том, что мы с вами дойдем здесь до босса, а у меня всего лишь три хилочки. А какой здесь босс будет, я без понятия. Так, что? Что? Ребят, по-моему, у нас корабль как-то накренился. Тихо, погоди, погоди. А что такое-то? Не понял. Так и должно быть или что это такое? Это по сценарию или нет? Ладно. Так, только не говорите, что сейчас в другую сторону полетят всякие шмотки. Ну, так и есть. Воу-воу-воу-воу. Кто же у нас так лодочку-то нашу наклоняет, а, ребятули? Так, иди сюда, пиратик. Блин, нет-нет-нет-нет-нет, только не сейчас. Я вроде бы увернулся на этот раз, и все, причем хорошо у нас получилось. Дай-ка я магии пошмаляю тут маленько. Воу, курица. Слушай, я думаю, почему у меня так мало, ребят, восстанавливается здоровье? Помните, у меня была шапка-то совсем другая, которая восстанавливает нам за... поедание вот этой вот ерунды, которая выпадает, всяких там конфеток, мармеладок, энергию намного больше, чем сейчас. Так, тихо. Так, тут вроде бы нормуль все. Да чтоб тебя. Он все равно меня прыгает и задевает. Так, давай-ка магией, наверное, бомбанем. Да ёпрсте, ну, тихо. Пианино тут всякое. Уворачиваешься от этого, так вот от этого не увернуться никак. Все равно тебя, ребята, эти олухи достают, а? Давай его прикокошим. Так, готовлюсь, ребята, готовлюсь.
Перепрыгнул. Все, вроде бы, нормуль. Так, нам показывают, что нужно идти дальше. Побежали. Хлам тут всякий падает. Воу-воу-воу-воу. Ё-моё. Тихо. Получилось вроде бы, да? Что ж такое-то? Ать! Да ну, хорош, еще и с этими тут драться надо, блин. Ладно, давай попробуем одолеть их. Добиваем. Там еще ползут, да? Да, ребята, еще ползут. Главное, чтобы барахло-то не падало. А оно, по-моему, будет сейчас падать. Да-да-да, как же... Да ну! Так, отходим сюда. И давай просто магию уже бомбить. На самом деле мне нужно подкрепиться. Так, ребята, я готов. Блин, все равно какая-то ерунда меня сбила, а? Да нате, получите, мне не жалко. Вот так вот. One shot. Ну что ты тут выеживаешься еще? Так, тихо, ребята. Ну кто? Кто меня мог задеть, а? Вот этот подшнырик, что ли, блин? По-моему, да, по-моему, это он был. Так, меч выпал. Придется, ребят, под хил тратить. Ничего с этим не поделаешь. На самом деле, не хотел. Блин, две аптечки всего лишь осталось. Так, что у нас с этим мечом? Ерунда, а не меч, на самом деле, ребят. На самом деле, ерунда, а не меч. Я его проверил только что. Ну что, давай вот этих, наверное, добьем. Я так думаю, что это, наверное, последние будут пиратики. Так, тихо. Давай вот тут. Ать, все равно об стол заделся немножко. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, парень, давай с тобой разберемся. Я думаю, ты последний, наверное, чувачок, или же нет. Так, секунду, перепрыгиваем. Ну, а почему дальше не показывают нам? О, тихо, ребят, смотрите. Еще одна сабля. Так, слушай, ерунда какая-то, брать не буду, наверное. Пошли. Чувствую, скоро будет босс. У меня вот интуиция такая. Что у нас тут? Сегодняшнее меню. Нету мяса. Ага. Что там, курица с рисом? Без курицы. И морской фуд. Морская еда, короче. Оу, нет, 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 только не эти, ребята. Только не эти олухи, блин. Блин, не было печали, а. Ну, конечно, сейчас начнется тут. Давай так сделаем. Хобана, ну, типа, раскромсали, да, якобы. Я не хочу, чтобы этот олух до меня вообще прикасался, как каким-либо образом. Достало все на самом деле. Можно попробовать, ребята, вызвать этого джина ледяного на самом деле. У нас ульта накопилась. Ну, успею ли я? А-а-а, ты засранец, ты достал, серьезно тебе говорю. Блин, они всегда, ребята, уходят в конец экрана и вот оттуда начинают бомбить. Так, попробуем сейчас вот так поймать. Вообще-то, на самом деле, я хотел его поймать и наказать. Так, что там у нас происходит? Нате, блин, упыри! Да когда же вы сдохнете-то, а? Гады. Да опять он меня поймал, а? Тройная волна была только что. Уворачиваемся. Я офигею, дайте хоть что-нибудь перекусить. Предположим, ребят. Ага, попался чувачок. Это нормуль. Так, уходим, 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 уходим. Но я почему-то думаю, что еще будет волна, ребят, из таких же партизанов. Мне кажется. Так, еда, еда. Срочно еду похавать, чтобы не отдуплиться просто-напросто. Фу. Справились. Ладно, двигаемся далее.
Это что такое? Это что такое у нас? Какой-то осьминожек, что ли, я так понимаю? Ладно, давай поджарим их. Осьминожков этих. Сырок, спасибо за сыр. Откуда вы падаете, а? С неба, что ли, или откуда? Странно как-то для меня это немножко. Эй! А не слишком ли вас тут много, а, малыши? Надеюсь, они ничего такого криминального не будут здесь делать. Ой-ё! Это что такое? Тихо, погоди, это какая-то, блин, щупальца, ребят. Это, я так понял, какая-то щупальца. А что она делает? Понятно, она по мне бомбит. А, ну это якобы я вот этих вот сменожков маленьких бомблю, да? И щупальца начинает их, ну, якобы так защищать. Я понял. Все, я понял, прекрасно. Ну давай тогда будем их так бомбить. Где там следующая щупальца? Слушай, а может быть мне надо было по щупальце бить, ребят, на самом деле, а? Я же не пробовал, кстати. Или все-таки бомбить этих осьминожков? Сейчас проверим. Ага. Все, я понял, ребята. Я наношу урон этой щупальце. Точно наношу, смотрите. Блин, по башке получил. Но мне немножко непонятно, это босс вообще или кто, или что. Вот я наношу урон. Так, мне, наверное, ребята, надо переключиться все-таки на ледяную магию. Мне кажется, она здесь мне пригодится больше. Тихо ты. Не выеживаемся, давай бомбить. Так. Все-таки немножко я не понимаю, я наношу урон все-таки или нет, ребят. Щупальце, по крайней мере, появляется и исчезает. Нет, по-моему, все-таки наношу. Наношу, но не такой мощный урон, как хотелось бы. Так, бомбанули. Тихо, вон она хочет появиться. Появляется. Мне кажется, так я без конца буду эти щупальца тут бомбить. Не щупальца, а вот этих осьминогов. Так, ну-ка давай-ка, иди сюда, щупальца. Во, ребят, видите, наношу урон все-таки. Все-таки она получает урончик. Так, где она? Вот она появляется. Уходим. Так, ага, мы только ее немножко так пощекотали, можно сказать, да? Так, тихо, блин, я все время забываю, ребят, что они могут здесь прыгать. Так, 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 так. Отходим. Блин, единственное, что мне не нравится. Подожди. Давай добьем. У ледяной магии что? Не видно, что происходит там. Периодически, да, ребят? Так, яблоко, груша. Все это схаваем. Давай, давай, иди сюда. Хована. Вау. Расколбас. Так что ты там стоишь, довольный, улыбишься мне? Погоди, мне не нравится такой расклад. Давай вот так вот отсюда начнем. Так, укокошили. Этих тут заморозили. Бомбим, бомбим, ребят, бомбим. Конфетки все эти мне нужны. Так, уходим отсюда. Сейчас чувствую опять. А мне кажется, знаете что, ребят, вот это вот щупальце, это было, наверное, скорее всего, от босса. Потому что вроде ребята, подписчики говорили мне, что следующий босс будет какой-то там осьминог. Поэтому, да, скорее всего, это именно от него было щупальце. Да ладно ты, еще и маги эти. Не-не-не-не-не-не-не. Так дело не пойдет, ребят. Такого расклада мне, к сожалению, не надо. Давай его тут прибомбим нафиг. Как вы вот умудряетесь-то, а? Уворачиваться. Я не понимаю этого. Дай-ка я вот так вот сделаю.
Что ты там колдуешь? Колдует он мне. Попадись. Так, нашинковал. Замечательно. Не хотелось бы, ребята, здесь потратить еще энергию. Точнее, пробирку. На отхил. Ведь будет босс, да? Будет босс, ребята. И с боссом, чтобы драться, нам, естественно, нужно с вами лечиться. Потому что, ну, первый бой будет, как всегда, познавательный, да? Мы должны будем узнать, что он умеет делать, что он не умеет делать. Для этого придется несколько жизней потратить. Что опять? Опять осьминоги эти мелкие, да? Значит, сейчас будут где-то щупаться, ребят. Скорее всего, будет щупаться, но я надеюсь, что с этих осьминогов я могу хоть что-нибудь получить в плане питания. Хоть подхилиться маленько, потому что здоровья вообще нету. Они меня бомбят потихоньку из-под тишка, а, гаденыши? Так, пока только лишь одни там алмазики мне дают. Алмазы, это, конечно, тоже хорошо, ребят, но мне в данный момент они не нужны. Хотя у меня уже денег нормуль, ребят, 557 монет. То есть я уже могу себе... О, щупальца! Началась, ребята, щупальца появляться. Так, отходим. И вот что мне нравится во льду, ребят, что он может замораживать врагов. Соответственно, я могу спокойно подходить и бомбить их. Так, так, тихо, щупальца, не надо атаковать меня еще. Да, ребята, она атакует. Так, хорошо, отходим. Джина я пока призывать не буду, и мне кажется, он мне пригодится в другой момент. Короче, вот эти вот осьминоги, которые маленькие, да, появляются, ребята. Мы их всех сейчас можем с вами подбить. Так, я понял. К щупальце лучше вообще не подходить, иначе, ребята, она может тебя садануть. Лучше держаться на расстоянии от нее. Все, придется мне есть хилку. В общем, ребята, одна аптечка у меня всего лишь осталась. К этой щупальце начинаешь подходить, и она тебя начинает, ребята, атаковать. Так. Ладно, отходим. Если что, я выйду в магазин и докуплю все-таки себе немножко, ребята, аптечек. Но на самом деле это не дело. Вряд ли у меня что-то получится с одной-то аптечкой. Хотя посмотрим. Хотя посмотрим. Не будем, как говорится, тихо. Не будем наперед с вами говорить о чем-то. Когда-нибудь успокойтесь, а или нет. Хобана. Давай еще вот эту вот охламонку. Да чтоб тебя, а. Уворачивается мне тут, увиливает. Так. Давай иди сюда, мелкий осьминог. А интересно, щупальцу я могу заморозить, ребят? Не получилось у меня проверить. Сейчас проверим. Нет, не могу, просто наношу урон и все, ребят. Ну, по крайней мере, теперь осьминоги эти мелкие не прут. И можно спокойно бомбить эту щупальцу. Так, появляется. Ага. Даже вот так, ребята, атакует она меня. Ладушки. Появись. Я буду вот таким вот образом тогда бомбить по ней. Отходим. Она появляется. Мы подстраиваемся и промахиваемся. И промахиваемся, ё-моё. Ну, где-то там, появляйся. Так. Сколько тебе бомбить-то надо, а? Нет, еще не все, ребят. Ага, все-таки саданула меня, а? Паршивка. Ну, я даже уже могу представить, ребята, что это приблизительно будет за босс и что он будет делать. Как он будет себя вести. Ну, сколько мне с ней еще драться, а? Ну, все, нет. Все, наконец-то подбили, блин. Ну что же, я так понимаю, еще одну локацию мы с вами прошли. Давай, ребят, смотреть, что у нас тут будет
Ага. Так. Призывает, да, что-то там, ребят? Смотрите, кракена. Ядрить на корень. Кракер одноглазый. Ага, а он как всегда исчез, да, с принцессой. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что нам с ним вообще здесь делать. Во-первых, призовем себе на помощь Джина. Второе, нужно определиться, что здесь надо бомбить, ребят. Пока мне не понять. Я вижу, что он там что-то бомбит. А, понял. Все, я понял, ребят. Какими-то лазерами. Да что? Что-то происходит-то, не пойму я. Уходим. Мне сказали, что он легкий. Честно говоря, я пока что-то не очень замечаю, чтобы он легкий был. Че надо бомбить-то ему, не могу понять. А, понял. Попался, да? Короче, где, ребята, вот такие вот отметины, это значит, что он будет хватать тебя вот здесь вот. Да, щупальцы нужно именно подбивать. Нужно их бомбить, ребят. Опс, оп-оп. Обалденно, так, ладно, хорошо. Блин, не проскочить, не проехать, ничего не сделать. Да уйди ты. Да щупальца. Так, давай вот эту вот попробуем. Нет. Не надо бомбить. Если только вот так вот все время прыгать, да? Ну, как вариант, ребят. Ага, а через этот луч еще и не припрыгнуть, ни шиша. Обалденно, я тебе скажу. Ничего лучше нельзя было придумать. Я ничего не могу сделать, ребята, с этим лучом паршивым, ты понимаешь? Да, таким макаром, конечно, я далеко уйду. Легкий, говорят, босс, ага. Легче некуда просто-напросто. Все, поймал, ребят, это финишим. Ну что же, как я вам говорил... Первый, блин, комом, потому что хрен поймешь, что это за босс. Зачем я сюда... Мне надо было вообще-то в город пойти, ребята, и купить себе аптечек побольше. Потом уже приступать к битве. Ладно, хорошо, давайте я еще разочек попробую подраться с ним. Без аптечек, без всего, может быть, результат будет нормальным. Так. Хорошо, щупальцы. Мне единственное бесит, ребят, неужели я только должен... Нет, я могу и так. Я думал, что мне можно только лишь вот так вот в воздухе. Нет, я могу их обычно ультой бить вот так вот, ребят. Так, отходим. Так что все хорошо. Да, магии намного больше урона мы наносим. А вот то, что этот луч, вот то, что его, ребята, не перепрыгнуть, вот это, конечно, бесяво на самом деле. Ничего не могу сделать просто. Так, а что мне сказали? Блин! Да отойди ты. Поймал. Что-то, честно говоря, не сказал бы, что он легкий. Эти-то хоть прекратят когда-нибудь появляться? Или они так будут без конца бегать здесь? Опять поймал. Ну тут уже, ребята, конечно, все, финиш. Просто разбомбили. Новое достижение Айс. Да, понятно, что Айс. Так, ну что, давай сюда зайдем. Купим себе, естественно, ребят, аптечек сейчас. Сколько у нас тут хватит? Хе-хе-хе. Ай, елки-палки, раз, два, три. Все, три аптечки всего лишь, ребят. Три аптечки. Огонь. Я, наверное, возьму огонь. Буду огнем бомбить. Да. Так, что у нас этот шлем-то? Может быть, нам шлем с вами поменять, а? Ребятули, что скажете?
Давай-ка посмотрим. Так, ну это понятно, это наши питомцы, это все не то. Что делает этот шлем? Не знаю, ребят. Я вот думаю, что... Так, это у нас подкрепление от еды идет больше, да? Это электричеством будем лучше дамажить. Может быть, вот это вот взять? HP Recover Childhood. Да, ребят, я надену, наверное, вот этот вот. Погоди-ка, а вот этот шлем у нас что дает? А, давайте вот это, наверное, возьмем. Это у нас вообще, ребята, как бы урон, магический урон именно от огня усиливает. Так что попробуем наказать опять этого олуха. Так, хорошо, что мы начинаем именно вот с этой точки. Не забываем, ребята, три аптечки. В общем, самое главное здесь не попадаться под луч, под те места, где у него появляется щупальца. Она крестиком отмечена на палубе. Ну и, естественно, юлить, бегать и бомбить. Это наша основная, ребят, задача. Так. Вот он, этот олух появился. Погнали. Так, щупальцы. И уворачиваемся вот от этого всего дерьма, ребят, здесь. Уворачивается, главное уворачиваться. О-о-о-о, луч. Как же мне от этого... Блин, я вот если попадаю, посмотри, что происходит, ребят. Да офигеть просто, блин. Просто называется попал под луч. Да он уйдет, блин, или нет, блин. Он достал, серьезно говорю. Так, хорошо, предположим, давай так сделаем. Да уйди ты оттуда. Так, бомбим щупальцу. Да уйди, отойди. Так, тут мимо. Ну, будем атаковать сегодня или нет? Так, пока вроде бы нормуль, ребят. Не, не надо туда под луч. Зачем ты под луч-то прыгаешь? Тут... Давай, давай, вот так вот их. Дайте хоть конфету, хоть какую-то еду, я не знаю, чтобы я мог, ну, хоть как-то подкрепиться здесь. А как ты меня поймал? Я вообще даже рядом не стоял. Ребята, да. Печалька. На самом деле. Да как ты, просто ты меня ловишь-то, блин, щупальца. Давай еще и луч тут. Ну, все, что хочешь, ребят. Все, что хочешь. Все для нас, ё-моё, называется. Плюс эти паршивые осьминоги. Ну, я не знаю, ребят, на самом деле, как тут пройти. Попадаешь под этот луч придурочный, который постоянно тебя бомбит. Не забывай, что денег у меня больше нету. Я, соответственно, не смогу купить себе аптечек. Чего бы я тут не делал. Опупеть просто. Опупеть, ребята. Так вот и приходится гадов этих бомбить. Если бы они хотя бы заканчивались бы, вот эти вот мелкие осьминоги, было бы намного проще, ребят. А они же нифига не заканчиваются. Вон, они постоянно появляются. На постой. Плюс этот вот подбил меня. Все, хана. Хана, ребятулечки, да. Так, ну что, ребята, давайте продолжим. Я купил себе нового питомца. Вот он, видите, выбежал. Вот этот маленький охламончик. Вот. Также я себе купил новый меч. Так что, ребят, давайте попробуем справиться на этот раз. Не знаю, что у нас из этого получится. Просто он запалил. Так, питомец, давай. Помогай мне тут. Потому что сейчас, я думаю, будет заваруха, опять же, не детская. Так, поехали. Ну-ка. Так, тихо. Поймал все-таки, паршивый пес, а. Как же ты меня достал, а. Ну, серьезно говорю, как ты меня... Уходим, ребята, уходим. Бомбим по ним, по этим чебурашкам. Погоди, а почему ты... Я не понимаю, ну, атакует, то не атакует, блин. Понятно, прокатили меня, короче, ребята, на этих фигнюхах.
Да вы серьезно, вы издеваетесь, что ли, надо мной, блин? Так, пошли прочь. Давайте, ребята. Опс, опс, опс. Так, щупальца, блин. Да как же быть-то с тобой? Короче, ребята, применяю ульту. Ну его нафиг. Погнали. Так, 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 так. Слушай, ну вот сейчас солидно мы так, да, побомбили. Питомец, хоть что-нибудь-то делай, хоть что-нибудь. Отходи, отходи, отходи. Твою мать. Бомбит, блин, почем зря. Я не понимаю вот этого вот. Ладно, давайте хохломонов поджарим. Опять луч, да? Ну, естественно, опять луч, опять... Нет, на этот раз нормуль пока. Пока нормуль, ребят, пока. Прыгать будем или нет сегодня? Да не на луч. Прыгать-то, блин. Нет. Ух ты, а как? Непонятно, блин, как тут это работает, ребят, если честно. Опять поймал. Сколько у меня аптечек еще? Три, ребят, еще три аптечки. Давай, раз, два. Увиливаем, увиливаем. Так, хорошо. Подожди, тихонько. Уходим. Опять луч, да, будет сейчас? Отходим. Не могу, раздражает прям, ребят. Серьезно говорю вам, раздражает прям. Да нельзя. Ну где энергия-то, блин? Все мимо. Попал хоть? Вроде попал. Так, нормуль. Оу, у него там, ребята, щупальца уже, я смотрю, одна того, да? Одна щупальца того. Ладно, давай попробуем вот эту вот, ребят. Да не тут ты, блин. Нет, 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 нет. Только, блин, не... Только не луч этот противный. Давай, ребят, так пробовать. Нет, все-таки поймал. Так, аптечки есть, еще пока есть, слава богу. Так, уходим. Блин, еще одну, ребята, забомбил щупальцу. Отлично. Ай, магии нету. Уходим отсюда. Хоть бы аптечку, хоть бы одну бы дали, блин, а. Так. А вон ту верхнюю тоже подбивать надо или не надо? Непонятно пока мне, если честно. Вот эти, короче, нужно, ребят, бомбить. И луч, ребят. И луч собственной персоны. Конечно. Конечно. Да чтоб тебе, блин. Отойди. Зачем я там прыгаю? Ребята, у меня последняя аптечка, на самом деле, я не знаю. Получится у меня здесь пройти? Не получится. Я запарюсь опять копить. Сколько там времени уходит на это все? Так, щупальцу одну подбил, ребят. Опять луч. Ребята, опять луч. Короче, вот здесь вот, если стоять, луч тебя не задевает, ребят. А вот тут лучше отходить, так. Да отойди ты. Фух, успели. Так, ребят, по-моему, это последняя щупальца, которую нам нужно подбить. Как говорится, все усилия бросаем именно на нее. Так, огоньком, огоньком ее. Поймала все-таки засранка. Поймала таки меня. Накося. Фух. Жесть какая-то, ребят. Ну, заплакал, блин, этот кракен, ё-моё. Ох, ничего себе, он разбуянился, ребят. Просто лодку к ядре нефени всю сломал. Так, ладно, время, очки там что-нибудь, комбинации какие-нибудь будут у нас? Нет,
Тотальных очков нету. Хорошо. Так, челлендж, да? Ну ладно, давай челлендж. Погнали. Ты будешь у меня этот суперудар делать? Вот. Давай, 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 делай. Кстати, вот этим суперударом можно было бы, наверное, и щупальца неплохо бомбить. Что-то я про него вспоминаю только уже на челлендже. Он же и осьминогов бы, наверное, неплохо бы отбивал бы, да? И урон по щупальцам наносил бы классный. Скорее всего, да, так и было бы. Так, ну что у нас тут, ребята? Сколько мы с вами заработаем денег? Да, 448 монет. Ну, на аптечке хватит нам. Так, и что? Корабль у нас тут подбитый, да? Якобы мы тут опять будем продолжать. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать. Я сейчас только сбегаю быстренько в магазин и куплю необходимые мне аптечки, чтобы уже в следующей серии нам, как говорится, все было хорошо. Сколько мне тут? Опять три? Опять, ребята, всего лишь три аптечки. Но у меня есть еще перышко, не забываем об этом. Так что, друзья мои, мы с вами увидимся уже в следующей серии и продолжим проходить эту игру. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.